так, не туда. Ну ладно. Открывать, можно сказать, последняя дверь в полицейском участке, не считая часовни, ну, часовой башни. Полная неразбериха, аптечка. Всё. Тоже небольшая головка такая. Так, поджигаем. И порядок такой, если мне не изменяет память. Средняя, левая, правая. Оп, значит, не изменяет память. Значит, наоборот, 12, 13 и 11. Отлично. Так, бьём. Ой, ну ладно, у нас есть такие. Трупец. Патрон для пистолета. Берем шестеренку. Так, все, нам остается теперь часовой бой. Еще раз. Вот опять. Шлепнул у нас рукой своей. Перед этим сделаем что? Так. Смотрим пленку. Взяли пленку же. Так, а чтобы это сделать, давайте пойдем через верх, через библиотеку. Сначала идем сюда. В принципе, можно было и по низу пройти. Но по низу было бы даже быстрее. На, снова зомбаки здесь. Готов. Ах,
Точно. Так, что я хочу сказать? Зажигалка нам не нужна пока. Больше. Убираем аптечку. Берем. Наверное, сразу камни. Так. Где? А, о, дурак. Ищу пленку, она у нас уже в инвентаре. Так, ну тогда. Тогда все. Пленка С. Код исследования Т-103. Из-за ускоренного метаболизма более ранних рядов 00 этот объект обладает образцовым регенеративным способностями. PHX-016. Файл данных. Все, отправляемся. Башню часовую. Сказать, осталось дело за малым, чтобы свалить с полицейского участка. Так, используем рукоятку. Отлично. Ставим шестеренку. Соединяем камень. Все, бежим в офис шефа, дабы вставить эти камни. Что, давайте попробуем его еще раз прикончить. Ух ты! Цепанул все-таки. Патрон для гранатомета. Неплохо, неплохо. Thank you.
Лизун еще бегает. Цапнул. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Прыгучий какой. Можно истратить аптечку у нас. Аптечек много. Давайте возьмем одну про запас. Шерри, ты в порядке? Я рада видеть тебя в безопасности. Отлично. И Шерри здесь. Так, давайте ставим камни. Открылся проход. Письма шефу. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. Наша лаборатория в особняке была уничтожена предателем Альбертом Вескером. К счастью, его действия не оказали существенного влияния на ход исследований. Единственной угрозой нам остаются оставшиеся сотрудники отдела Старс. Редфилд, Валентайн, Бёртон, Чемберс и Виккерс. Если выяснится, что у них есть против нас какие-либо улики, немедленно избавьтесь от них, но только так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Продолжайте следить за ходом их расследований и постарайтесь избежать любой огласки. Аннет все так же будет вашим связным в ходе всего этого дела. Уильям Биркин. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. В качестве оплаты ваших услуг за прошедший период я перевел на ваш счет $10,000, как мы и договаривались. Разработка вируса G почти окончена. Когда вся работа будет сделана, я уверен, что меня примут советы директоров корпорации Umbrella. Нам необходимо действовать крайне осторожно. Редфилд и остальные члены Старс все еще пытаются добыть информацию о проекте. Продолжайте следить за ними и блокируйте все их попытки проникнуть в подземный исследовательский комплекс. Уильям Биркин. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. У нас проблема. Мне стало известно, что директорат корпорации направил в Ракун-Сити шпионов, чтобы выкрасть результаты моих исследований вируса G. Мне неизвестно, сколько всего этих шпионов. Однако я не могу позволить, чтобы у меня так просто украли работу. Тщательно обыщите весь город и задержите всех подозрительных людей под любыми подходящими предлогами. Сообщайте Аннет о каждом таком задержанном. Надеюсь, эта мера предосторожности поможет мне. Я никому не позволю украсть мои исследования по вирусу G. Никому. Даже самой корпорации Umbrella. Уильям Биркин. Клара! Я спускаюсь вниз. Стой здесь и жди меня, окей? Горящие огни ада прям. Неплохо, девочка. Совсем неплохо. Никто не покинет мой город. Погибнут все. Успокойтесь, шеф. Что случилось? Заткнись. Ты просто не понимаешь, что происходит. Монстры из Umbrella уничтожили мой прекрасный город. Как они могли поступить так после всего, что я для них сделал? Так это правда. Ты работал в Umbrella. И должен знать, что такое G-вирус. Рассказывай про него, что это?
Если тебе очень сильно хочется знать, этот превращает людей в мощное биологическое оружие в тысячи раз лучше Ти-вируса. Вильям Беркин, ответственный за проект, просто гений. Вильям Беркин. Я уверен, что вы видели маленькую девочку, которая играла здесь неподалеку. Шерри, isn't it? На тот случай, если ты еще не понял. Этот монстр — еще одно творение G-вируса, супербиологического оружия. Амбрелла, наверное, пытается замести следы. Что я сделаю? Я возьму тебя с собой. Как говорится, ибо нефиг. Так. Берем. Смешиваем. Все, здесь больше, по-моему, ничего нет у нас. Всякие химикаты. Первая встреча с Вильямом Беркиным. Так, давайте отбежим. Гасим. Бегаем за Шерри. Отправляемся прочь отсюда. Ты вернулась! Я не могу поверить, что человек, разработавший вирус, ее отец. Что случилось, Клара? Это ничего, но кажется, я нашла выход. Нам нужно найти безопасное место, если мы хотим выбраться отсюда. Но... Не волнуйся, я смогу защитить тебя. Только держись, чтобы я тебя всегда видела. Все, теперь можно валить в канализацию. Давай, давай, Шерри, не отставай.
Прибавляй ход. Ну давай, нам нужно выбираться отсюда. Шерри, ты где? Шерри! Так, девочку мы снова потеряли. Что у нас? Давайте возьмем. Хотя я ими очень, даже не то что редко, а вообще не пользуюсь, можно сказать. Смешать их нельзя. Ну, просто возьмем, чтобы было.